Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами Тотем Палта. Мы продолжаем проходить Сабнафтику Below Zero. Поздравляю вас всех с 9 мая, с праздником Днем Победы. Всем хорошего настроения. Ну что ж, в прошлой серии мы, в принципе, что накрафтили себе инструментов, вон. Нож скрафтили, сканер скрафтили, у нас теперь есть еще морской глайдер. Так, попить просят. Так, давай попьем и поедим. А чё, протухший что ли? Чё у тебя урон-то? Ладно, сейчас давай какой-нибудь рыбы половим, чтобы питаться. Если чё. Так, это все отключит, мне не надо. Так, фонарь тоже можно отключить. Да, вот это вот поймаем все дело. Так. Сейчас вот пока рыбки всякой половим, а потом можно будет нам отправляться куда-нибудь там в путь. Так сказать, сейчас все добра понаделаем в дорогу. Ну и будем, соответственно, изучать, осматривать, что же у нас тут все рядом находится, как оно вообще, что оно. Так, изготовитель, приготовленная еда. Извините то, что слишком долго не выпускал ролики, к сожалению, не было времени. Так, давай вот приготовленную еду себе наделаем. Вообще не париться. Так, теперь вода. Так, с... Ага, еще могу воду сделать. Какие вода есть? Все есть. Смотрим, что мы можем скрафтить. Мы можем скрафтить фонарик. Ну, фонарик, наверное, нам нафиг сейчас не нужен. Ремонтный инструмент. Это, конечно, интересно, для чего он нам может пригодиться. Понятия не имею. Ну да ладно. Так, что там, давай. Поешь. Поешь сначала, потом попей. Вот, все. Так, смотрим. Не сюда смотрим, сюда смотрим. Так, персональные настройки, инструменты. Это обратная дорога из пещер. Так, снаряжение. Компас, ласты, обычный кислородный баллон. Это мы все сделали. Из этого нам что, тоже ничего не надо. Ну что могу сказать, надо поплавать вообще, посмотреть, что у нас тут где находится. Нам пока, я как понял, никакие координаты новые не приходили, не отправляли. На улице же скач. Поплаваем, посмотрим, что у нас находится в конце концов. Ресурс пособираем, вон. Пригодится жить, как ни крути. Вон сланец тут всякий. Не, ну давай просканируем. Такое ощущение, как будто что-то сейчас интересное прочитаю. Так. Вообще игра Сабнафтика очень увлекательная тема для тех, кто любит поизучать там растения, животных, минералы всякие. Ну, выживалка это рассчитана на одного человека, но в принципе оно тому и понятно, что тут вот проработанный сюжет идет. И в конце концов он к чему-то тебя приведет. Тут никак в арке. Ну, в принципе, тут разработчики хотя бы уже заранее знают, какой они сюжет хотят. В арке-то там добавляют.
по дополнениям добавляет сюжет. Тут они сразу знают, что хотят. Так, ага, пофиг, давай. Я вот подышу. Вот это вот возьму. Пригодится по-любому. Опа. Так, что у меня вот тут? Опа. Страшные звуки издают. Так, 30 секунд и задохнусь. Ага, это что такое? Фрагмент сборщика транспорта, это жестко. Блин, а я к поверхности-то успею? А не, к поверхности не успею, успею цветочек. Цветочек. Фух, успел. Офигеть. Просто офигеть. Так, 30 секунд мне дали. Сейчас бегом сканируем этот сборщик транспорта. Так. Оксиджен. Бегом, бегом, бегом. Все делаем быстро. 30 секунд. Так. Угу. Не вижу больше никаких кусков от сборщика. Ничего страшного в этом, в принципе, нет. Сейчас вон еще цветочек вижу. Опа. Так. Не, ну я сколько нашел? Два куска от сборщика. Ладно. Я как понял, мне тут пока гонять не место. У меня кислорода вообще нет. От слова совсем. Неплохо идем, вообще неплохо. Так, может быть, вот тут еще сейчас что-то валяться будет. Давай прибавим кислородик, посмотрим. У нас 69% зарядка. Ну да, кстати, можно будет батареек поделать. Еще фигни всякой. Так, ага, во, видишь, что вижу? Сборщик транспорта. Опа. Вот и открыли мы его. Энергоячейка открылась. О, смотри, вот еще что-то нашел. Аптечка. Данные. Так, предмет взять. Что тут дальше-то идет? Ничего интересного. Нет никаких КПК данных. Ничего нет, что ли? Ой, че? А это че? Ну, блин, доставай сканер. А это коралл. Господи, нафиг он нужен. Так, ладно, к поверхности. Плывем к поверхности по быру. Сейчас там еще посмотрим, что есть. Фух. Подышал обратно. Я поймал нечто похожее на сигнал бедствия. Если я возьмусь за него, надо быть осторожней. Ну это и так понятно. Так, у нас по времени-то что? Ага, понял. Так. Вот тут у нас какие-то интересные загогулины. Но тут что-то я не пойму. Вообще не пойму. Никаких КПК данных нет, просто тупо нашел. Ладно, мы можем, в принципе, смотреть, что сделать. Мы, если уж его открыли уже, этот сборщик транспорта, можем сейчас приплыть на базу и посмотреть, что нам надо для сборщика транспорта. Сборщик транспорта — это вообще темная вещь. Она нам очень сильно пригодится в будущем. Но вот там вот, в этих местах, нам сейчас делать нечего, потому что у нас нет никакого транспорта, так скажем. Посидим вот тут. Так, ну чё, посмотрим. Местные формы жизни, растительный мир, море, плоский коралл. О, господи. Так, как интересно, наверное. Так, это отключи.
Так, у нас теперь есть титановый слиток, энергоячейка. Вот мы ресурсов понабрали. Вообще неплохо, хочу сказать. Во. Ага. Нам нужна микросхема. Смазка. Титановый слиток. Титановый слиток, пожалуйста. Не зря ж собирали. А потом что там? Микросхема. Опа. Золото, медный провод, пластичный коралл. Серьезное заявление. Так, ну давай. Че у нас тут? Медный провод, медная руда нужна. Так, ну... Медная руда... Сейчас будет. Сейчас посмотрим, что у нас вот тут. Поплаваем, поищем. Вот раз, медная руда. Титан. Так. Угу. Что-то не вижу пока больше. Или это я слепой, ну-ка. А, во, вижу. Опа, медная руда. Так, что там еще? Пластичный коралл. Пластичный коралл сейчас будет. Надо вон цветочек. Фига. Погнали за пластичным кораллом. Я его вот тут видел. Музыку, конечно, сделали, обалдеть. Так, что-то не понимаю, вот тут был где-то. А, во, вижу. Блин, да я нож достань, во, Маор. Так, подышал. Так, что там? Сейчас посмотрим, что там осталось. Так, смотрим. А, окей. Микросхема. Медный провод, золото. Надо золото найти. Так, это что у нас за образец? Морской глайдер. Сейчас найдем золото. Надо вот тут поплавать. Окрестности. Мне кажется, золото, оно вот тут вот где-то. По-любому. Это что, опять морской глайдер? Так. Вот по-любому вот тут вот есть золото. А это что такое? Сейчас сюда вернусь. Если вернусь, конечно. Офигеть. Ничего себе же скач. Успею, нет, не знаю. Вот это я сейчас там интересную штуку нашел. Называется за золотом погнал. Так, это у нас местные акулы такие. Так, вот тут вот дыхалка есть. Окей. Там есть дыхалка. Можно сейчас по-быстрому это все дело провернуть. Так, загрузка данных, кислородные большой емкости, это то, что надо. Так, это что, это сканировать могу? Шкаф. Окно. Фрагмент строителя. Вообще идеально. Изготовитель. Ой, блин, все, беги дышать. Блин, где-то здесь был. Ай-яй-яй. Ага, вижу.
Фух, успел. Пипец. Так, расширенный комплект проводов открыли. Так. Все, фигачим. Открываем, как блин эти. Так, кристаллик. Ай-яй-яй, больно. Так, дыши, дыши. Так, аптечку что ли бахнуть? Так, окей. Золото так и не нашли. Надо вот золото найти. Ну ничего, сейчас вот у нас есть расширенный баллон еще. Ага. Серебряная руда, видишь? Где золото? Золото вот не вижу. Не надо меня кусать. Хорош, отстань. Блин, не золото, нифига. Где золото достать, я фиг понять. Батарейку надо будет скоро делать, а то сейчас закончится это. Так, ладушки. Нет, у нас что? Блин, дай золотую руду, ты чё как мод? Пипец какой-то, не золотой руды, не праха. Жесть. А это что такое? Много всего интересного стал находить. Ладно, золотую руду потом найдем, надо запомнить. Так, пингвины. Чё у нас? Ну, запрыгнуть ты можешь. Бегается опасная погода, да и фиг с ним. Это типа клетка? Так, это у нас что? Минералоискатель. Какой-то рабочий стол. Офигеть, сколько всего. КПК, артеры. Так, следование фауны. Не могу сканировать. Тут у нас что? Кислородная ракета. Питательный батончик. Фигня всякая. Так, ладно, надо это убегать под воду, а то это сейчас опасно. Что делаешь-то? Блин, офигеть. Вот это там приморозило. Я даже не понял, что произошло-то. Так, ладно, что там по Альтере? Так. Нагруженные данные, Альтера, исследование фауны. Так, определение видовой принадлежности стало ценным инструментом для приспособления арктических регионов для длительного проживания. Множество видов приспособилось жить в богатой минералами арктической среде, приобретя уникальные мутации. Дальнейшие исследования должны привести к неописуемым открытиям и прорывам в науке. Чертежи, снаряжение, минералоискатель, бесконтактный детектор для обнаружения сырья. Вот это вот тема. Открыли данных сколько. Сейчас вот тогда что, сгоняем домой на базу, и уже можно будет, в принципе, на сегодня заканчивать серию. Нашли много уже полезного, можно сказать.
Так, ладно. Смотрим. Так, у нас что? Электроника, это понятно. Основные ресурсы, понятно. Ага. Вот кислородный баллон высокой емкости надо будет организовать. Давай его прямо сейчас организуем. Какое там стекло надо? Обычно. Ну давай. Так, все, отличненько. Раз. Два. Отлично. Персональные настройки. Обычный баллон. Что-то, блин, все не привыкну. Так, кислородный баллон высокой емкости. О, тема. Все, высокая емкость у нас готова. Персональные инструменты. Так, минералоискатель. Вообще ничего не просит, можно сказать. Батареи и титан. А в следующей серии, кстати, можно будет базу построить. Так, батареи. Давай батареи. Так, и медный провод уже сделаем на всякий. Вот этот минералоискатель. Отличненько. Так, а как ты минералы ищешь? Кварц, фрагмент. Интересная штука. О, вот кристаллическая сера, это вообще полезная тема. Если честно, на будущее. Ладно, я все понял. Ничего себе. Блин, прикольная штука. Ладно. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. В следующей серии продолжим. Ну что ж, дорогие друзья. Всем удачи и всем пока. Всем хорошего настроения. Всем добра.